Здесь у меня прописи. Всем привет! Проходите ко мне в комнату. Вы снова на канале Сестрички Лайф. Меня зовут Ксюша. И сегодня я для вас снимаю рум-тур. Ну что, погнали? Давайте пройдем вот сюда. Тут у меня стоит картина, которую я еще не повесила на стену. Я не хочу теперь. Она у меня пока тут стоит. Тут у меня лампа. Она иногда стоит у Маргариты или иногда у меня. Теперь она у меня стоит. В прошлом видео она была у Маргариты в комнате. Как вы видите, здесь стоит шкаф. У меня тоже там, как у Маргариты. Две дверцы. И вот туда. Наверху лежат мягкие игрушки. И игры, и ракушки. Это Тинки, мой самый любимый. Здесь у меня есть такое кресло, где можно посидеть и расслабиться. И вот такая маленькая гитара. Обязательно научусь. Дальше моя кровать. Тут у меня есть подушки. Я тоже люблю подушки, но больше мягких игрушек. Они такие. Тут у меня собачка. Тут у меня печенюшка. Она тоже как подушка. Тут у меня мишка от Влада Лак. Это подарила Влада Лак. Я его очень люблю. Тут у меня карандаш. Вот такой меховой коврик, чтобы ножки не мерзли. Так, идем дальше. Тут у меня окно. Тут у меня есть фонарики. Я тоже люблю разные фонарики. Тут у меня есть цветочки. Они не живые. Тут травка растет. Тут у меня две кружки, не знаю почему. Тут у меня светильник, а он не светится, потому что батарейки не будет. Здесь у меня висит ловец снов из Испании. Возле моей кровати аквариум с моим хомячком. Давайте попробуем ее достать. Вот она. Знакомьтесь, кто еще не знает, это Кики, мой хомячок. Ей уже год. Ладно, иди спать. Чус. Обычно я всегда задвигаю штуки. Потому что мы живем на первом этаже, и мое окно сразу к подъезду. Там всегда проходят люди, а мне это не нравится. Здесь у меня сидит пингвинчик. Я его очень люблю. Я оставляю его вот здесь вот. Беру телефон. И сижу и смотрю телефон. Переходим теперь на эту полочку. Тут у меня цветочки, шкатулка, папка. На этой полочке у меня пенки. Резинки, ракушка, книжка, кошелек, расческа, все по мелочам. Внизу у меня альбомчики, книжечки, наклейки. Это коробка от Nintendo. Тут у меня коробка от цветных карандашей. Хена. И еще такая косметичка. Так, внизу у меня светильник. Демон. Такая штучка. Не знаю, что это. Ну, а теперь мой рабочий стол. Тут у меня есть гирлянда. Она тоже светится. Вот. Это дизайн Бен с подписями. Тут это мой старый класс. Очень много фоточек. Тут наша фотка. Это я делала в школе.
У меня зайчик. Тут у меня две фотки от него. Вялиш. Это наши друзья. Родион, Кира и Лина. Тут мама и папа. Здесь у меня есть такой пакетик. Тут хранится шерсть от Бакса. Моего кролика. Тут еще одна фотка. Вот это школьная фотка. Так, что у меня здесь на столе? Тут у меня светильник, хэштег Вялиш. Тут у меня три слайма, с которыми я играю. Два зеленых и один розовый. Тут у меня картина. Это открыточка от подписчицы. Здесь стакан с карандашами. Это картонный стаканчик, который я сделала. Тут у меня ножницы, карандаш, фломастеры. Тут у меня книжки, которые мама привезла. Это страшилки. Тут у меня пульт. Мой шкаф также подсвечивается. Я чаще всего оставляю белый. Так, дальше. Тут у меня стоит еще одна гитара. Электрогитара. Так, давайте посмотрим, что у меня в полочках. Тут у меня есть фломастеры, тоненькие фломастеры, линейки. У меня стиральная резинка. Книжка «Уничтожь меня» на немецком языке. Это школьное расписание. Тут у меня такая канцелярия. Тут у меня есть три пенала. У меня подружка нарисовала. Это альбом со стикерами. Очень много. Вот тут у меня большой рулон бумаги. Здесь у меня прописи. Учимся писать. Очень много. Тут у меня есть набор. Тут есть ножницы. Здесь разные драконы. Сердечко, звездочка. Все разные. Тут дракон. Это два календаря, которые я в школе сделала. Мои рисунки. Это я сама рисовала. И фотография есть. Дальше. Тут у меня плакат Вялиш, который я сама делала. Это не очень красиво. И руки тоже некрасивые. А человечек хорошо получился. Книжка по музыке. Тут у меня есть музыка. Книжка с наклейками, которые мы собирали. Здесь нужно собирать разных животных. Это раскраска Пеппа Пиг. Да, мне нравится Пеппа Пиг. Тут машина. Тут мама. Джордж. Я еще не все раскрасила. Сейчас я покажу, как моя комната светится ночью. Закрываем жалюзи. Синего цвета. Очень красиво. Когда я сплю, я оставляю только шкаф. Это все выключаю. И на этом я буду заканчивать. Если вам понравилась моя комната, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!